Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, ребята, как я думаю... Нет, тростник у нас еще не вырос. Я думал, сделаем еще себе Раркенди. И, в принципе, думал, прокачаем мы себе покемонов. Но никак не прокачаем, так как он еще не вырос. Сейчас. Вот так и вот так. Пускай как-то будет. Сейчас, ребята, в принципе, сейчас нам остается только прокачивать наших покемонов и, конечно же, убить Годзиллу, но Годзиллу, я не знаю, сможем ли мы ее убить. Но давайте попробуем. Вот то, что не знаю, попробовали мы или нет, так как Годзилла, точнее Мобзилла, да, у нас есть 5 штук, а нужно 9, да. Чтобы нам нужно 9, нам нужно 9. И сейчас нам нужно найти муравишку. Нет, не вот этого. Нам нужно найти красного муравишку, чтобы пойти в мир динозавров, опять же. И опять же поискать спавнеры, можно сказать, да. Их спавнеры. Нет, не вот этот. И не вот этот, и не вот этот. Нам нужен красный, да. В принципе, нам 4 штучки осталось, чтобы можно было заспавнить Мобзиллу. Ну, некоторые говорили, что, в принципе, хрен ты его убьешь, ее, да, или его, пофиг. Другие говорили, что его просто нереально легко убить, так легко с этим мечом, который у тебя есть, его просто нереально легко убить. Но фиг его знает, ребята, легко или нелегко, это нужно проверить, конечно же... Нормальным путем, да, заспавнить его, да, и все. А, вот то, что я не могу сейчас найти. Красного. Вот этого, того, да. Муравишку. Поэтому, ребята, ух, нет. Да у нас же и мы же летать можем. Чё-то я туплю полностью. Мы же летать можем. Вот так. А, сейчас. Вот так, отлично. Сейчас давайте соберем-ка мы вот это. Отлично. Вот тут еще. Так, тут, в принципе, больше и нету. Но там еще есть больше. Да ладно, давайте это как-то потом. Сейчас нам нужно найти муравишку. Ух. Вот такой шапочки у нас еще нету. Да, такой шапки у нас еще нету. И идем мы поспим. Да, идем мы поспим. А то ночью хрен что-то да видно. А может даже и заспавнится какой-то муравишка. Ой, так. В принципе, вот что я вспомнил по поводу дракона, как бы, конечного. Действительно, мы же его можем убить. Я же говорил, что мы его убьем. Точно. Я и забыл про это, ребята. Ну, конечно, мы как бы нужно его искать, да. И вот что я сейчас думаю. По идее, ребята, нам должно хватить вот тех штучек, да, ну, глаза Эндера, да, чтобы, в принципе, тпхнуться туда и не тпх, да, охренеть, вот ты напал, здоровый такой. Да иди ты в нафиг, о, убежали. Чтобы не туда тпхнуться, чтобы найти портал, вот. Да не ты нам нужен, дайте нам красного, заразу. Хрен, вот сейчас мы его найдем, когда он действительно просто-напросто нужен. Это, ну, всегда вот так, да, когда нужен, то хрен найдешь. А когда не нужен, то их просто везде полно. Но сейчас нет. Ладно. Бежим мы тогда в сторону нашего дома, может по пути встретим, может нет. Хрен его знает. Вот что я еще хотел у вас, ребята, спросить. Это по поводу след... Это... Нет, это не этот. Сейчас обойдем его, а то опять этот нападет.
Сейчас. Так, ребята, так. Продолжаем. Нужно мне было немного отлучиться. Да. Сейчас, в принципе. Что. Я уже забыл, о чем я говорил. вот что я хотел вас спросить, ребята. По поводу нового сезона. Не сразу как бы новый сезон, да. А то, что, в принципе, вам хочется, да. Так как, что тут у нас осталось? У нас осталось это убить Мобзилу, прокачать всех покемонов до 100 уровня с помощью Rare Candy или по-другому. Может, еще кого-то другого словим. И плюс к тому, в принципе, ребята, The King'а, я не знаю, сможем ли мы его убить, посмотрим. Если мы, конечно, убьем Мобзилу, то потом, может, уже убьем и Кинга, так как у нас будет бронька, да, его... Да. Сейчас, давайте еще вот это посадим. Поэтому, ребята... в принципе, вот что я хочу действительно у вас спросить. О, наконец-то. Вот он, отлично. Так, этот мир. Сейчас мы, ребята, превратимся в ва-ва-ва, да, чтобы можно пойти было полетать. Так, ну вот этот мир вот немного так глючит иногда, ну как бы вот такие тормоза, когда ты пехаешься, да. Ну в принципе, ладно. Сейчас давайте куда-то вот туда полетим. Нам нужно найти еще 4 части Мобзилы, чтобы можно сделать было его в ее яйцо, да? Вот это я не знаю, что это? А, это зомби, ладно. По поводу новости... Так, сейчас, давайте еще вот это. Это ты-то глючишь или что это ты делаешь? Ребята, по поводу нового сезона. Вот что я хочу спросить, что бы вы хотели, какой этот сезон был, как бы, с какой сборкой, с какими модами. Я у вас спрашиваю, чтобы вам было, да, интересно смотреть, да. И поэтому я у вас действительно, ребята, и спрашиваю, что бы вам хотелось, чтобы какие моды там были. А может, если вы знаете какую-то сборку, то чтобы какая сборка там была, с какими модами, да. Пиксельмон нет, ребята, потому что Пиксельмон, я не говорю, что надоедает, но сейчас. Такой шапочки у нас еще нету. Тут просто, всегда Пиксельмон, даже вот этот сезон, да, и то с Пиксельмоном. Пиксельмон у нас будет, но Пиксельмон у нас будет как бы отдельный сезон, там где у нас... О, сейчас, это походу Покизи... Не уверен. Я, наверное, сейчас перезайду, потому что вот эти лаги капут. Нет, это Baby Dragon. Ребята, сейчас я перезайду. Так, в принципе, ребята, вот действительно, по поводу сезона. Какой сезон? С какими модами? Вот, ну, например, у меня есть на примере тот же, пускай там будет, Таункрафт. Нет, это мы собирать не будем, так как это, походу, у нас уже, ну, как бы это не Мобзила, да? Например, там Таункрафт, ребята, тоже прикольно, я в него никогда не играл, и мне, если честно, хочется узнать, что там, да и как, магия, и вот это все. Divine RPG, в принципе, если честно, тоже можно, там тоже куча всего, в принципе, ребята, там куча всяких... Да, хары уже лагать. Там тоже, ребята, да твою ж мать! Вот когда ты к этому подхожу, лагает. Чё это? Ладно, ребята. Вот, например, тот же Divine RPG, да? Куча боссов, куча мобов, куча всего. Я никогда не играл, и мне тоже будет, мне кажется, интересно поиграть в него.
И еще, например, тот же какой-то там, фиг его знает, например, там какой-то Galactic Craft, да, тоже там в космос и летать всякие там, ну и вот это такое, да, это я тоже никогда не играл. Например, может там еще какие-то вы сборки, знаете, тоже Hexit, да, можно поиграть, тоже еще какие-то там сборки, куча их всяких сборок, да, но... Если вы знаете какую-то уникальную, если вы знаете какую-то отличную сборку, то, в принципе, ребята, пишите в комментарии свои, свое мнение, можно сказать, свои там идеи, да, по поводу сборок, какие сборки вы бы хотели. Так. Отлично. Потому что действительно, ну, в принципе, ну, нужно какую-то и другую сборку. Эту сборку мы доиграем, но нужно будет какую-то еще другую, да? Пиксельмон у нас будет, да, но пиксель... О, это... Нет, это фиг его знает. Пиксельмон у нас будет, но Пиксельмон у нас будет как бы в обычный сезон, да? Не будет тоже дополнения к другому. А это вот это. Ладно. Как бы не будет дополнением, да, к еще какому-то сезону, как бы дополнительным модом. Будет как бы отдельный сезон и отдельный сезон еще чего-то. Поэтому я, если честно, более так хочу, мне кажется, наверное, TomCraft, потому что это, в принципе, и прикольно, я никогда не играл, и интересно. Вы тоже будете, если что, мне помогать. Или, например, тот же Hexit, да, Hexit, конечно же, все знают, но прикольно это, как там просто-напросто куча всего есть, и, можно сказать, всегда будет чем-то заняться. Или может еще какую-то там сборку модов, тоже там, где куча всяких модов, и вы знаете эту сборку, как она называется, но тоже как бы она прикольная, да? Поэтому, ребята, в принципе, я говорю, можете писать в комментарии. Я не говорю, что сезон будет как бы сразу, да, но потом, как бы, чтобы знать, что бы вы хотели, да. Поэтому, ребята, в принципе, действительно, можете просто-напросто писать. Ну, сейчас, тут у нас нет. Ну, капут. Тогда так сразу нашли вот эту мобзилу. А вот сейчас хрен даже один спаунер нашли. Спам. О, это чё? Нет, это не вот это. Поэтому, ребята, пишите. Я понимаю, Пиксельмон прикольный, Пиксельмон классный, Пиксельмон как бы это Пиксельмон, да? Но тоже, ну согласитесь, ну ребята, ну каждый раз Пиксельмон, один сезон Пиксельмон, другой сезон с какой-то сборкой, и даже туда запихиваем Пиксельмон. Третий сезон какую сборку? А давай Пиксельмон, четвертый сезон. А, давайте, может, какую-то другую сборку? Давай. Ну, тоже с Пиксельмоном, ребята. Я понимаю, конечно, прекрасно. Думаю, вы меня тоже поймите. Ох, это что такое? Пиксельмон отлично, но везде его пихать, это надоест. Ну, просто, ребят, согласитесь, везде Пиксельмон. Везде. В каждой, если в каждой сборке будет, в каждом моде, ну как бы в каждой сборке, в каждом сезоне, да, будет там Пиксельмон, то это просто-напросто уже действительно надоед. Я понимаю, сейчас он, например, там прикольный, да? Отлично, прикольный. Так, это чё? А, это вот этот Скорпион, да? Или я ошибаюсь? Да. Ну, действительно, например, Пиксельмон, да? Ладно. А, еще один сезон, Пиксельмон. Еще один сезон Пиксельмон. И ребят, тоже поймите, если мы так, например, каждый раз будем играть с Пиксельмоном, то просто-напросто представьте вот это. Это действительно будет уже как каждый раз, оно будет все больше и больше надоедать, так как каждый раз будет Пиксельмон, каждый раз мы будем делать одно и то же, то есть нам в каждом сезоне будет Пиксельмон. И каждый раз мы будем делать одно и то же. Начальный покемон, идем ловим покемонов, прокачиваем покемонов, заканчиваем сезон. Еще один сезон, то же самое. Идем ловим покемонов, прокачиваем покемонов, новый сезон. Ну представьте просто вот это. Думаете, каждый раз будет вот так прикольно? Я думаю, что нет. Поэтому, ребята, в принципе, тоже поймите. Например, я понимаю, да, если там вышла новая там версия Пиксельмона, где добавили просто-напросто кучу всего. И, ну, вот сейчас им уже там, что-то я, как я понял, уже там делают новую версию, новая версия там тоже классная будет. Ну, если, например, новая версия, да, там, где наделали в кучу всего, и там действительно все очень круто, то да, Пиксельмон, тогда Пиксельмон. Если новая версия, то Пиксельмон будет, и мы будем, в принципе, в него играть.
А когда версия уже как бы вышла так норм, ну, уже когда в нее поиграл, когда уже знаешь, что там да и как, и просто каждый раз засовывать ее в, ну, мод его, да, в каждый сезон, то, ну, то не то что скучно, просто уже надоест. Честно, если каждый раз будет пиксельмон, то это, мне кажется, уже надоест. Ребята, действительно, просто-напросто, вот сейчас я вам действительно так говорю, подумайте тоже, тоже меня поймите. Тоже, если каждый раз пиксельмон, то это уже надоест. Что-то я не могу никак найти вот этого моби. Я, наверное, все-таки потом сам поищу и... Да и все. Поэтому, ребята, в принципе, действительно, я вам вот это говорю. Оставляйте свои комментарии с своими примерами, своими идеями, да. И тоже подумайте, какой бы вы сезон хотели видеть. И, в принципе, действительно, ребята. Я так думаю, давайте, может, уже на этом, можно сказать, закончим эту серию, так как не нахожу я чего-то вот этого мобзила. Я, наверное, сам поищу, найду и потом скрафтим вот это яйцо, да и все. А поэтому, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии со своими идеями, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.